межсезонный турнир по хоккею с шайбой. Кубок открытия 2021 окончился победой хоккейного клуба «Арзамас». Всего в соревновании участвовали 4 ледовые дружины. Хоккейные клубы «Зарайск», «Арзамас» из одноименного города-побратима Зарайска, «Сокол» из Луховиц и команда КБМ из Коломны. В финал уверенно вышли «Арзамас» и КБМ. Поначалу игра между претендентами на звание победителя была равной, но затем «Арзамасы» постепенно вынудили коломенцев все чаще прижиматься к своим воротам и удаляться. Далее последовали заброшенные шайбы. У хоккейного клуба КВМ получилось забить гол престижа. Но развить успех не удалось, и победу со счетом 5-1 одержал «Арзамас». Очень приятно было смотреть на вашу игру. Вы сильные, смелые, энергичные, ловкие, быстрые, а это очень важно в спорте. Обе команды, финалисты турнира, были награждены медалями из рук почетного гостя, заместителя главы администрации по социальным вопросам Раисы Гулькиной. А хоккейный клуб «Арзамас» получил еще и золотой кубок победителя. Мальчишки маленькие быстрее наши. А так я считаю, что уровень тоже очень хороший, неплохие команды. Приятно было с ними играть. Где-то, может, повезло нам маленечко. А так хорошие, достойные команды, соперники были. Конечно, как тренер я... То есть доволен, любой тренер никогда доволен своей командой не может. Но результат сегодняшний, да, молодцы, но есть над чем работать. То есть будем работать, тренироваться. Как раз начинается у нас подготовка к будущему сезону. Хотелось бы пожелать зарайским хоккеистам, конечно же, побед, чтобы, играя в хоккей, они получали только удовольствие. Конечно, без травм. Здоровья. И любите хоккей. Анастасия Булатова, Ольга Жолудева, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.